4 июля в Гомельском горосполкоме пройдет открытый аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков. На торги выставлено 8 лотов. В парке «Фестивальный» можно разместить детский развлекательный комплекс. Начальная цена около 3200 рублей. В районе улиц Ефремова и Фадеева можно построить и обслуживать объект общественного питания с системой по типу «МакДрайв». Стартовая стоимость чуть более 40 тысяч. В 18-м микрорайоне предлагается построить продовольственный магазин, а также бар на 30 мест. Начальная цена свыше 23 тысяч. Участок на Олимпийской предназначен для строительства ветеринарной клиники. Стартовая цена почти 30 тысяч. На Юбилейной можно разместить легкотипный торговый киоск. Начальная стоимость менее 450 рублей. Построить административно-хозяйственное здание можно на улице Интендантской. Стартовая цена более 20 тысяч. И последний участок для тех, кто хочет построить частный дом в Романовичах. Начальная стоимость лота около 5500 рублей. Извещение с перечнем необходимых для участия в торгах документов доступно на сайте Гомель-Геодес-центра. Подробную информацию об условиях проведения аукционов можно получить также в землеустроительной службе Гомельского горосполкома по номеру телефона 310948 или в Гомель-Геодес-центре по номеру 419786.